начались очень хорошо. Ребята подъехали в хорошем настроении, отдохнувшие. Конечно, мало отдыха, как говорят они, но отдыхать мы будем позже. Основная цель – это, конечно, у нас универсиада. И ребята с полной отдачей в каждой тренировке выкладываются и доказывают, кто сильнее. Потому что конкуренция очень велика, и каждый хочет доказать, что он сильнее своего оппонента. И каждый хочет внести свою лепту в общую копилку. Еще присоединяются Липовый, Сандул и Бобров, то есть молодежной сборной. Вот. Итого у нас получится 16 человек. И опять же, конечно, 4 человека будет отсеяны чуть позже, но опять же, мы даем возможность всем доказать свое место под солнцем. Проанализировав этот турнир, конечно, много нам нужно будет доработать, но в каком плане? Мы очень много сделали быстрых прорывов. То, что я и говорил, что команда должна быть быстрая, бегущая, она такая есть. Но нужно исправлять ошибки, которые нам не позволят сделать дальше. Что я имею в виду? Конечно, мы делаем очень много быстрых прорывов, но их качество и то, что мы 30-35% реализации, это очень плохо. И поэтому одно из основных наших компонентов, конечно, отработка вот этого варианта, позиционное нападение и, конечно же, по защите. 9 числа мы вылетаем из Киева уже в Китай. На этот период нам нужно будет как уже адаптировать этот весь состав, 12 человек. Выбрать, конечно же, до совершенства нам не удастся это сделать, потому что иногда при команде, во время чемпионата, команде Суперлиги там, да, или Высшей Лиги, кто не может сказать, что за весь сезон там стабилизировал там свою игру, конечно, такое за короткое время это не получится, но свести до минимума некоторые ошибки, компоненты в технике и тактике, ну, постараемся. Мы не волшебники, но постараемся это все исправить. Но, опять же, все уже будет там. Потому что помимо самой игры еще будет нагрузка и психологическая, и акклиматизация. Все это будет. То, что нам уже говорят, что все билеты проданы на каждую игру. И те арены, которые, где мы будем играть, по 15-20 тысяч уже билетов нет. Поэтому ожидается ажиотаж, и немногие играли в таких условиях, но когда-то ж надо начинать. Поэтому я с оптимизмом смотрю вперед. Опять же, это мне подсказывает то, что вот, как ребята работают, как они настроены. Понятное дело, что там уже на месте могут разные быть ситуации. Да, и соперники у нас очень сложные. Разные школы, но будем на месте уже решать.